В Твери прошло торжественное награждение особо отличившихся в учении студентов среднеобразовательных заведений Тверской области. В этом году колледжи Верхневолжья выпускают 5605 специалистов. Из них 550 выпускников, окончивших учебу на отлично. С успешным завершением учебы отличников поздравили губернатор Игорь Руденя, сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская, а также председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. О том, как это было, смотрите в нашем репортаже. Развитию профессионального образования в Тверской области, подготовке востребованных в экономике специалистов уделяется особое внимание. Каждый десятый выпускник колледжа, а теперь уже дипломированный специалист, обладатель красного диплома. Сегодня наши колледжи динамично развиваются, активно принимают участие в развитии нашей региональной экономики, в развитии экономики нашей страны. И каждый год мы открываем новые специальности, но самое главное, что мы каждый год открываем с вами новые предприятия. На торжественном мероприятии за многолетний добросовестный труд в системе профессионального образования Тверской области и значительный личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов знаком губернатора Тверской области во благо земли Тверской были награждены директор Тверского торгово-экономического колледжа Алина Косачева, директор Тверского промышленно-экономического колледжа Антонина Курилова и директор Тверского колледжа имени Коняева Андрей Цуркан. Также сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская поздравила молодежь новым этапом жизни – окончанием колледжа. Не сомневаюсь в том, что вы станете блестящими профессионалами. Каждый из вас найдет ту дорогу, профессиональную дорогу становления, о которой мечтает. Достигните той цели, к которой стремитесь. В Тверской области благодаря национальному проекту образования создаются производственные мастерские, соответствующие самым высоким международным стандартам. В сотрудничестве с предприятием в колледжах внедряются современные подходы к образованию, когда значительную часть обучения студенты на практике отрабатывают полученные знания и навыки. Подобные мероприятия проходят впервые не только в Тверской области, но и в России. Мы чествуем сегодня лучших выпускников среднего профессионального образования, нашу элиту профессионалов, которые, мы надеемся, в ближайшее время придут в экономику, на наши предприятия, производство Твери, Тверской области. Как утверждают выпускники, учиться было сложно, но интересно. Но именно современное оборудование, профессиональные преподаватели и производственно-образовательные кластеры помогли студентам на отлично завершить обучение. Дался процесс обучения очень легко, но не без трудностей, скажем так. Благодаря нашему колледжу, благодаря этой дружественной обстановке, которая у нас была, мне кажется, что достаточно легко. А завершилось торжественное мероприятие интересной концертной программой.